Здорово. Сейчас я продемонстрирую вам и обучу классному фокусу, который называется восстановление карты. Их вообще много версий, но я сейчас покажу такую простенькую. Значит, мы берем обычную колоду, самую обычную колоду карт и достаем абсолютно обычные карты. Что мы делаем? Мы выбираем с колоды абсолютно любую карту. Допустим, это будет вот это. Остальное мы просто выбираем в колоду. В коробку. Значит, вот наша карта. Смотрим. Это у нас 8 пик попалось. Что мы с ней делаем? Мы ее берем и сгибаем пополам. После этого мы хорошенько проминаем на сгибе. И после этого разворачиваем и еще разок сгибаем. Ну и теперь мы просто берем и разрываем ее. Вот, на два разных кусочка. Теперь что мы делаем? Теперь мы просто берем и достаем нашу как бы колоду. И смотрите внимательно, мы кладем эти два кусочка на колоду. Вот. То есть видно разрыв между ними, да? И теперь мы так проминаем вот здесь вот. Сейчас. Хорошенько проминаем. И теперь в один прекрасный мах руки у нас карта становится одной. Теперь мы можем дать зрителю на проверку. Это реально одна карта. Здесь никаких клеев, никаких скотчей не используется. То есть тут реально одна карта. И все. Как такой фокус делается? Для этого фокуса нам понадобится дабл карты, то есть две разные карты. Что мы делаем? Мы берем коробок. Ух ты, тут карта осталась. Мы берем коробок и одну карту заранее пополам сгибаем. Ну, естественно, мы проминаем и в одну, и во вторую сторону. И что мы делаем? Мы берем нашу коробку и засовываем ее вот сюда. То есть, это у нас будет вот так. Одну часть внутрь, вторую снаружи оставляем. Конечно, лучше показывать этот фокус с пленкой. Когда есть пленочка, мы просто так засунем, и мы уже можем держать коробок. Мы точно знаем, даже вот так к зрителю, и мы будем точно знать, что карта не поднимется. Если у вас нету, конечно, пленочки, мы просто берем и оставляем колоду так. Берем, значит, эту карту. Можно как-нибудь навязать там зрителю, например, так, либо взять, как вот я сделал, поставить на самом краю точку. То есть, если мы будем выбирать, если даже перед началом потасуем колоду, и будем вот так вот листать и выбирать карту, мы все равно эту точку увидим, вот, и мы выберем именно эту карту. Что мы дальше делаем? Когда мы выбрали карту, мы эту колоду переворачиваем и все карты рубашкой вниз мы кладем в коробочку. Все, то есть одна карта у нас уже здесь заготовлена. Теперь мы берем и показываем зрителю то, что реально мы ее сминаем. Разворачиваем еще разок. И прям даже можно дать зрителю ее разорвать вот так на две части. Мы реально показываем вот. Две разные части. Все. После этого мы достаем коробочку. И теперь как это мы делаем? Мы все достаем. И потом где-то по центру, когда уже здесь центр примерно, достаем эту часть. И естественно мы берем всеми как бы средним и большим пальцем нашу часть, заранее заготовленный гиммик, можно так сказать. И просто ставим указательный палец здесь. И эту карту мы подвигаем максимально вверх. То есть, если ваша карта даже здесь,
ставим указательный палец, и у нас эта карта подъезжает сюда. И то есть она получается как книжечка. У нас здесь вот. Раз, два. Есть. И мы держим таким вот образом колоду. Потом мы ее переворачиваем. И этот как бы сгиб мы закрываем большим пальцем. Берем одну часть, подкладываем под руку. И потом берем вторую часть. Но после этого мы уже эту часть в самый низ как бы отодвигаем. А эту часть, ну как бы к ней отодвигаем. То есть вот так вот. Все, у нас это готово. У нас как бы готово все к самому главному перевоплощению. Что мы делаем? Мы берем безымянным пальцем, любым пальцем здесь вот протираем. И здесь вот всем, ну как бы мизинец и вот эту часть на руке мы отпускаем. И получается у нас встает зазор. Мы, естественно, легонько делаем зазор на нашей книжечке. И потом просто берем и эту книжечку вот так вот рукой открываем. То есть вот у нас две части. Потом мы берем... Ну и щит, в смысле, открываем. И все, у нас здесь уже как бы карта есть. Мы ее, как мы это все делаем? Мы ее скидываем, конечно, колоду убираем. И если зритель просит колоду, вы просто держите, вы просто берете большим пальцем на себя, двигаете два кусочка, и потом вытаскиваете колоду, а эти два кусочка вы себе в руку оставляете. То есть даете колоду на проверку, и пока там зритель смотрит на колоду, проверяет ее, вы просто берете эти два кусочка и прячете в карман, либо если там рядом есть урна, в урну кидаете, и как бы все, фокус готов. После этого вы даже можете дать зрителю карту эту, и он может ее повторно разорвать. То есть реально, смотрите, вот, то есть реальный эффект классный. И всем спасибо за внимание, подписывайтесь, до новых встреч, пока.